Збройні сили України відвели танки «Абрамс» з фронту через загрозу російських безпілотників. Про це пише видання Associated Press. І, мовляв, американці нарікають, що українці не застосовують тактику більш ефективного використання цієї техніки. Київ вмовив США надати 31 танок в січні 2023 року вартістю 10 мільйонів кожний, оскільки вони є життєво важливими для його здатності прорвати російську лінію фронту. Але з того часу на війні вже втрачено 5 абрамсів. Ну, це цитата так із цієї новини. Романе Григоровичу, це рішення, знову ж таки, як воно може відобразитися на ситуації на полі бою, з вашої точки зору? Це мова йде, знову ж таки, про те, що ми маємо змінювати тактику? Тобто, про що це рішення? Где-то год назад несколько было эфиров у меня по разным площадкам, начиная у Латыниной, заканчивая по ТВ-площадкам, везде говорил одно и то же. Если нам дадут танки и не дадут прикрытия с воздуха, их перещелкают как семечки. Почему? Потому что это очень хорошая цель для разных средств поражения. Если не прикрыть танки с воздуха, разным, основная это вертолеты или истребители, лучше, естественно, конечно, истребители, прикрыть каждый, чуть ли не каждый танк, прикрыть гепардом, то есть он должен отстреливать беспилотники российские, которые к танкам подходят. Танк это не единое или там не один механизм, танк это один из механизмов общей системы такой наступательной триады. БМП дали, вопросов нет, но БМП не решит, Брэдли не решит вопросы прикрытия с воздуха, допустим. Надо боевой вертолет, ни одного вертолета, нам ни одного Apache, то, что мы запрашивали, по крайней мере просили, нам, естественно, передали, и не зашли истребители, которые должны были прикрывать танки с воздуха. Танк, их же как семечки, так и перещелкали в прошлом году. Не только танки, а все наши боевые бронированные машины, вертушки российские, довольно-таки неплохие, так называемые убийца танка, у россиян есть неплохая вертушка, ракеты «Вихрь» сначала отработали, «Вихрь-1», 10-километровые, с 10-километровой дальности на предельно малых высотах, если вы не прикрываете танки с истребителей, то есть не завоевали превосходство в воздухе, танк становится хорошей мишенью для противотанковой ракеты «Воздух-Земля». «Вихрь-1» отработал, ну, не один десяток боевых бронированных машин они отминусовали. Потом у россиян появились «Эльмуры», ракеты 15-километровой дальности, еще лучше называется. А после того, как зашли большое количество беспилотников, естественно, танки, да, любая техника становится уязвимой, если вы ее не прикрываете. И тогда уже несколько раз говорил в прошлом году, напрямую обращаясь к американцам, если вы танки передаете в таком виде, без прикрытия с воздуха, так вы лучше их в Тихом океане или в Атлантическом утопите, смысл будет такой же. Так, может быть, не пострадают экипажи, как минимум. То есть передали, вопросов нет. Да, сейчас из 31 танка 5, ну это, по крайней мере, есть в свободном доступе эта информация, из 31 танка 5 вышли из строя. Это минимум вышли из строя, там же разные механизмы вывода. Их, естественно, отводят до чего? До хороших времен. Вот исходя из того, что я вижу, это не для того, чтобы там, допустим, как-то их доукомплектовать или как-то прикрыть, нет. Ну, вернее, с машиной что-то сделать. Это до того времени, пока не появятся самолеты. То есть прикрыть их танки надо с воздуха прикрывать. И пока не появятся самолеты, я думаю, танки работать не будут. Ну, по крайней мере эти, которые становятся очень, во-первых, первой лакомой целью для россиян, они же за них там миллионы рублей платят за уничтожение. И второе, все-таки очень хорошая машина «Абрамс», но она сама работать не может. То есть она работать должна в комплексе. Кстати, как и F-16, один в один та же самая картина. F-16 хорошая машина, отличная машина, но только работать сама она не сможет. Ей надо «Патриот», ей надо «Авакс» ДРЛО, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, имеется в виду информация от него. Ей надо информацию, связанную с определенной спутниковой разведкой, то есть тогда летчик видит всю картину боя, и, естественно, нужны средства поражения, то есть максимальные к той авионике, которая расположена на борту. Это целый комплекс. Один механизм ничего не решит, он становится просто хорошей целью, как это было в прошлом году с теми же танками.
Якщо говорити більш детально саме про ситуацію на фронті, от, зокрема, про події так на біля Авдіївки, є інформація про те, що росіяни перекидають резерви на Покровський напрямок, і їхні там сили переважають втричі. Зокрема, це інформація аналітика Сергія Зурця. Він каже, що окупанти не припиняє тиснути у Новокалинова та в районі Новобахмутівки, які розташовані на північ та на південь від Очеретина, і також намагаються просуватися в західному напрямку від населеного пункту Прогрес. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, можна не виключати такий варіант сценарію, що доведеться відійти? Однозначно, мы с вами тоже месяца 3-4 об этом говорим, я сейчас напомню. Вторая линия обороны, там она идет от Курахова, Угледар, Курахова, Карловка, вот Очеретина, кстати, это как раз гряда для второй линии обороны. И в принципе, именно она может принять и остановить российские части даже с малым количеством боеприпасов. За счет перепада высот, за счет рек, за счет водохранилищ, которые там есть, там целая сеть водохранилищ, которые друг с другом практически соединены. То есть это та линия обороны, которую россиян остановит и надолго. Там до Покровска, им как до Киева-Рачки. Потому общее направление, говорят, Покровска, но это можно было бы сказать общее направление западное от Донецка. То есть та же самая картина, примерно так. Нужно будет отойти, да, реально такая возможность есть, она есть в течение последних полгода как минимум, как россияне начали зимнюю наступательную операцию, но до сих пор они никуда толком-то и не продвинулись. То есть мы их удерживаем на всех рубежах перехвата, практически на всех, вот кроме Очеретина, там была заминка с ротацией наших бригад, и сложилась нехорошая для нас ситуация, но она сейчас будет стабилизирована, и россияне, кстати, попали в такую же проблемную ситуацию, так как вдоль железки там не продвинулись километров на 5-7, но фланги-то голые, а если будет достаточное количество сил, средств, боеприпасы подойдут, так эта головная колонна будет просто отрезана восточнее Очеретина и откатится обратно в сторону Авдеевки. Там есть эти механизмы, хотя, еще раз повторюсь, не исключаю принятие решения, выход на вторую линию обороны. Это было еще с 15 года, эти все механизмы удержания противника в районе Донецка, именно вот этими линиями вдоль гряд и вдоль водных преград. 1:3 не соглашусь, такое соотношение больше. 1:5, 1:7 сейчас на данный момент соотношение с противником. 1:5, 1:7. Это такое серьезное превышение, потому что 1:3 в принципе удержать в обороне можно. 1:5, 1:7 это уже очень-очень сложно, надо достаточное количество боеприпасов. Но еще раз посмотрим, сейчас вот эта партия, которая заходит, она вернее уже зашла, они уже разгружаются, насколько исходя из действий противника видно, то есть они пытаются сейчас перехватить эти партии в районе уже Донецкого фронта. То есть вот мы видим по железным дорогам, они там бьют по разгрузкам, по развязкам, уже на Восточном фронте, значит, партия уже там. Разгрузка будет, естественно, с применением определенных средств безопасности, быстрое понимание процесса уже есть, 10 лет воюем, потому, хотя россияне неоднократно нас на разгрузке ловили, вот были эти моменты не очень хорошие, связанные с командным составом, когда россияне, понимая, где будут разгружаться составы, или висят беспилотники, которых почему-то никто не сбивает, потому что над городами висят, вот отмазка была интересная. Он же над городом висит, мы же его не собьем, он же на город упадет. Ну да, зато пришло несколько ракет и состава нет. Ну вот примерно так. Сейчас вот более-менее уже начали минусовать беспилотники российские, глаза так называемые, для того, чтобы они хотя бы не смогли прицелиться по заходящим боеприпасам. Ну, в ближайшие несколько дней это будет понятно. То есть развязка, по крайней мере, от Очеретина до Марьинки, то есть по этому краю, потому что там большая проблема и с Красногоровкой, той, которая возле Донецка есть, и южнее, то есть и Новомихайловка, и Новобогдановка севернее, то есть есть эти механизмы, но ждем все-таки захода боеприпасов. Я думаю, стабилизация фронта произойдет.